У нас есть всегда какая-то ровная поверхность. Ну, пусть это у нас будет стена, да? Вот, стена поможет нам выровнять наши ноги. Итак, мы становимся. Значит, смотрите, здесь один такой важный момент. А ну-ка, Света, даже без света встань. Как бы ты наклонялась? Девочки, теперь, Света, стой. Вот на что ваше обращаю внимание. Все становятся впритык к стене, когда собираются наклоняться. Ну, представьте себе, а если 8 месяцев у нас, и вы будете наклоняться, что падая животом вперед? Поэтому смотрите, отходите сантиметров 10 от стены. Затем одну за другой опускай руки на высокие грани кирпичей, одну за другой. Это должно быть безопасно, это должно быть разумно. А уже потом, одну за другой, двигаем ноги к стене, прижимая всю заднюю поверхность ног к стене. Одну и другую. Раз и раз. Да. Теперь поставь ноги широко на комфортную для тебя ширину. И теперь скажи, тебе комфортно? Комфортно? Да. Комфортно. Ну, представь, вспомни свою первую беременность. Вспомни 8 месяцев и вес вот впереди. Это было бы тебе комфортно? Света говорит, кажется, да. Но я сейчас еще смотрите. Еще один такой хочу раскрыть. Под локти, наверное. И да, еще смотрите, раскрыть такой один момент. Вот очень хорошо, например, это может быть вот так, это может быть, еще смотри, если, допустим, усталость, болит голова, или еще что-то вообще хочется расслабиться. Ходила целый день там, или еще что-то у нас было. Так, немножко позволю стулу уехать вперед. Вот. Таз сюда, голова и руки отдыхают. Единственное, что вот в свете я сейчас вижу, что это ей низковато. Либо стул надо повыше. А ну-ка, Свет, приподнимись. Поэтому это очень важно прочувствовать все это, вот эти состояния, где освобождается, где вытягивается, потому что должно быть комфортно нам и тогда комфортно ребенку. Нужно все время понимать, что понимать свою анатомию, вспоминать строение таза. И самое главное, чтобы особенно в первом триместре относиться бережно, первые 12 месяцев, так как это самое критическое время. Так, Золотая, приподнимаемся, встаем, собираем наши ножки. Так, итак, Прозорита Падатанасана. Практикуйте.